Я рад, что нулись от этой спячки, от этого гипноза, от этого зона. Я запишу еще видео, и вы посылайте друг другу. Пусть они тоже проснется от этого гипноза, от этого Киселева, от этих всяких телевизионных этих телевизионщиков. Бир вот этом зомбом ящике, который говорят, Путин такой замечательный. Путин не замечательный. Он был замечательный, который голосовал хотя за Путина. Потом ваш Путин испортил, стал, возглавил мафию. Сам, когда еще не был в армии, по кранта построй, я видел путиновскую дачу. Это зачем нашему главе и откуда у него такие заборы? Его можно на этот забор можно 5-6 больниц построить. Я думаю, сейчас у нас демократия, гласность, нужно говорить правду. Это его дача, они сказали, это не Путина дача, это якобы Путь. Зачем митрополиту такая шикарная охрана? Что, на его жизнь покушает? Зачем Путину охрана? Вообще, когда Путин ездит, мне ужасно и смешно. Десантник. Я сегодня делаю происходит после президента Путина со всеми 21. Меня сегодня уволили за то, что я выступал Алексей Владимирович Путин, обвинив его в коррупции. И так власть сегодня показала еще раз, говорить ей правду. Кого-то сажает, кого-то воюет. Мое видео пойдет по всем телеканалам. Пусть все знают. Это первое. Владимир Владимирович, я к вам обращаюсь. Маните своих шавок. Показали свои гнилые лилии. Что теперь народ уважать? Так что, Владимир Владимирович, идите вы к черту, который власти. Да здравствует свобода. Слава ВДВ. Вот так, мои друзья мои, по всем сайте скажите, вот Асхаба Алибекова уволили. Владимир Владимирович, что вы посылаете наемников? Наемных вот этих даже, может, не в курсе, или от кого-то идут, да? Я так понимаю, что эти люди, на человека определяют, что он действующий какой-то там сотрудник. Вы меня хотите запугать, да? Вы хотите убить мою семью, да, Владимир Владимирович? Вы нож там армейский, рытва. Вот давайте от него ребенка сами завалите, а я на это посмотрю. Давай-ка, за моих сыновей. Вот лично.